Проверить свое здоровье от и до. Минздрав напоминает, углубленную диспансеризацию могут пройти и те граждане, у которых не подтвержден перенесенный ковид. По словам специалистов, обследование необходимо пройти через 2 месяца после коронавирусной инфекции. Именно за этот промежуток времени развиваются основные осложнения, которые необходимо вовремя заподозрить и начать своевременное лечение. Многие переживают о том, что у них не было подтвержденного диагноза ковида, у них не было положительного мазка, но они считают, что все-таки они перенесли эту инфекцию, и как же им быть в такой ситуации? Они переживают за свое здоровье. Вдруг у них имеются отдаленные последствия ковида, которые надо было бы своевременно выявить. Поэтому, согласно приказу Минздрава Российской Федерации от 27 апреля 2021 года, разрешено проводить углубленную диспансеризацию по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют данные о перенесенном коронавирусе. Лидия Лукьянова, пенсионерка, в прошлом году перенесла операцию по протезированию коленного сустава. Подозревает, что недавно переболела ковидом и теперь озабочена состоянием своего здоровья. Узнав о возможности пройти обследование бесплатно, сразу обратилась в поликлинику. Без проблем. Пришла, заявление написала. У меня же была операция. Надо все пройти, углубленную диспансеризацию. Спасибо, что хоть поликлиника эту возможность нам предоставила. Для того, чтобы пройти углубленную диспансеризацию, достаточно прийти в поликлинику по месту прикрепления и обратиться в регистратуру, либо сразу в отделение профилактики для дальнейшего оформления на процедуру диспансеризации.